Государство пришло на помощь дольщикам жилищно-строительного кооператива «Остров» во Владивостоке. Огромный поселок предназначается для сотрудников Дальневосточного университета. Для него выделили 40 гектаров. Но проект не могут реализовать вот уже 8 лет. Он стал проблемным из-за действий застройщика, который не выполнил обязательства, а деньги потратил. К решению вопроса подключились власти Приморья и Дом РФ, финансовый институт развития. Организация безвозмездно выделила средства на окончание стройки. Они будут расходоваться под жестким контролем. Наблюдательный совет поддержал наше предложение. Дом РФ выделил 1,6 миллиарда рублей на достройку этого проблемных объекта. Надеюсь, что в ближайшее время мы проведем полную ревизию проектно-сметной документации, состояния домов и запустим дальнейшее строительство этого дома. И надеюсь, что в ближайшее время этот кооператив будет достроен. Застройщик, по нашим прогнозам, пока в районе миллиарда рублей, он работы на миллиард рублей не выполнил. Сейчас мы исходим из того, что мы выделим деньги, возьмем под контроль достройку, там будет нормально работать подрядчик. И дальше мы попробуем изучить и предъявить все претензии тому застройщику, кто строил. И в районе миллиарда рублей планируем вернуть в Дом РФ ресурсы, которые мы вложим.